Всем привет, с тобой Колди. В этом видео я вам расскажу, кто умрет в фильме Человека-паука «Нет пути домой». Верить или не верить этому сливу? Решать только вам. Все равно вам докажет только сам фильм. Многие думали, что в новом фильме умрет Тоби Магуайр. Но пока что информации о том, что Тоби умрет, нету. Надежный источник заявил пользователю, кто погибнет в новом фильме Человека-паука «Нет пути домой». На что пользователь под ником, который вы видите сейчас на экране, сказал инсайдерам. Разве вы не знаете, кто умрет в фильме? На что инсайдер ответил ему, что сейчас будут спойлеры. И сказал, что умрет тетя Мэй. При просмотре трейлера Человека-паука нам показывают горящий дом. Это дом от организации Fist. И как мы видим по реакции Хэппи Хогана, по всей видимости там находится тетя Мэй. И возможно она как раз в этой сцене и погибнет. Как и было в прошлом фильме. Только тетя Мэй осталась жива. А в этой киновселенной она умрет. Но как говорят инсайдеры, все будет иначе. Наиболее вероятным злодеем для Человека-паука, который покончит с жизнью тети Мэй, будет Зеленый Гоблин, также известный как Норман Осборн. Зеленый Гоблин, правда здорово? Это я придумал. Уходи. Как мы его все знаем из первого фильма Человека-паука, а также мы его знаем по комиксам. Мы знаем из прошлых фильмов, что Зеленый Гоблин любит приходить за Питером Паркером лично. Мы видели, как Норман Осборн и сам Зеленый Гоблин спорят с двумя сторонами самого себя. Когда Норман Осборн спрашивает Зеленого Гоблина о том, как они окончательно и по-настоящему уничтожат Человека-паука, Зеленый Гоблин отвечает: «Сердце, Осборн, сначала мы атакуем его сердце». «Сердце, Осборн! Сначала мы нанесем ему удар в сердце!» Убийство тети Мэй было бы классическим ходом для Зеленого Гоблина. Пока что мы знаем наверняка, это то, что тетя Мэй умрет. Зеленый Гоблин кажется вероятным предположением о том, как она встречает эту судьбу. Похоже, это может быть концом времени Марисы Томэй во вселенной Марвел. Хотя это не было той ролью, которую она планировала для своей карьеры. Она, безусловно, сделала ее незабываемой. Ребят, будет, конечно, не очень, если случится такое, что Человек-паук обратится к Мефисто, чтобы возродить тетю Мэй. Просто я читал комиксы и такие совпадения. Думаю, это непросто. Но вполне все может быть иначе. Это в комиксах Питер обратился к Мефисто. А что будет в фильме, узнаем от инсайдеров. Или узнаем как раз в фильме Человека-паука «Нет пути домой». Если тебе понравился ролик, пожалуйста, поддержи меня лайком и подпиской. Я буду очень рад, если ты посмотришь мои предыдущие ролики. Вот как раз подсказка. А с тобой был я, Колди. Еще увидимся.